Ну вот, сегодня 11 октября. Вторая ночь наша. Вот палаточка, солнце уже зашло, начало теплеть. Ночью минус 2,5 градуса было. Ребята сидят там, обсуждают планы. Ветерка пока еще нету, спокойно. Природа просыпается. И только вон гордая ворона на елке сидит. Ждет, когда мы уйдем, чтобы поживиться остатками от рыбы. Дятел стучит. Вот так вот в лесу хорошо. Вот они, ворота, два дерева стоит и дорога, а за ними схроны из деревьев.